все те упражнения, которые мы выполняли при захвате двоечки снизу или сверху, обязательно дублируем противоположным захватом. То есть после того, как у нас получилась ровненькая двоечка при захвате снизу, мы обязательно зеркалим получившийся результат при захвате двоечки сверху. Для чего это делается? При всей кажущейся легкости такой перемены, на самом деле у нас работают совершенно разные группы мышц. И очень часто бывает, что у тех, кого получается снизу, не получается сразу сверху, и наоборот. Эти вещи важно отработать и как бы в голове выстроить зеркальную картину происходящего. То есть, когда у нас получается одним хватом ровная двоечка, мы точно так же добиваемся того, чтобы она такой же ровной и красивой получалась при захвате сверху. Для чего это требуется? Когда мы переходим от двойки к тройке, берем три зазвонных колокола в правую руку, у нас троечка представляет собой не что иное, как две двойки, взятые разным захватом. Несколько слов о том, как брать тройку. Дело в том, что на просторах интернета встречаются очень разные рекомендации, вплоть до достаточно категоричных указаний, что, например, один из колоколов тройки должен быть пропущен через между мизинцем и четвертым пальцем. Честно сказать, смысла в этом особого нет. Можно делать так, как удобно. А смысла нет вот почему. Чем больше у нас вот это расстояние, чем шире наша рука, тем больше рычаг у нас получается для управления языками. Поэтому сознательно его уменьшать нецелесообразно. Поэтому предлагаю все же начинать захватом, взяв средний колокол сверху и два других колокола от мизинца. Если кому-то прямо безумно удобно, иногда мы можем выпустить как один, так и другой зазвонный колокол между четвертым пальцем и мизинцем. Вот, но вводить это в правило совершенно ни к чему. Целесообразно брать зазвонные колокола именно с максимально большим рычагом. Притянули. И дальше смотрите, что у нас получается. При повороте руки вправо у нас левая пара колоколов является собой не что иное, как двойка, захваченная, двойка, взятая снизу. Правая пара колоколов у нас представляет собой двойку, взятую сверху. Таким образом, если мы берем три колокола, у нас получается одна двоечка и вторая. То есть мы работаем как бы двумя захватами. Либо третий вариант, два зазвонных крайних и средний. Необходимо зафиксировать исходное положение, то есть чтобы все три язычка, языки всех трех колоколов, притягивались к колоколам одновременно. При необходимости перед началом звона выравниваем длины веревок, вот, и отпускаем. И притягиваем, да, видите, что важно, чтобы все три языка одновременно касались колоколов. Это наше исходное положение. Поначалу, когда мы только начинаем звонить, когда еще не до конца выработаны все необходимые ощущения, не жалейте на это времени. Это важно. Для опытного звонаря достаточно одной секунды, чтобы почувствовать. Вот. Но поначалу не пренебрегайте этим моментом, потому что если мы не зафиксируем правильно начальное положение, у нас звон будет кривой, будет хромать. У нас будут разные расстояния от языков до колокола, у разных колоколов. Поэтому первоначальное положение важно зафиксировать. Есть один момент, на который хотел бы обратить внимание. Если мы на колокольне и уже должны звонить, то, конечно, притягивать языки к колоколам следует максимально тихо.
Совсем избежать этого практически невозможно, за исключением, если это ваша колокольня, если веревки завязаны уже вами, и вы их просто уже чувствуете. Хотя, в общем-то, я думаю, что во всех случаях почувствовать устойчивое положение руки по отношению к колоколам предельно важно. Еще в качестве небольшого упражнения, смотрите, я фиксирую два колокола, и поворотом руки отпускаю третий, видите? И фиксирую дальше два других колокола, поворотом руки отпускаю первый колокол. Отпускаю все три, поворачиваю руку в одну сторону, у меня двоечка. В другую сторону. Вторая двойка работает. Обращаю внимание на следующее. И я попрошу нашего оператора подойти поближе и буквально со спины снять так, чтобы были видны языки. Еще раз посмотрите, пожалуйста, когда мы звоним одной двойкой, третий язык у нас практически стоит на месте. Это критерий правильной постановки. Обратите внимание. Вторая двоечка работает. Язык сохраняет положение. Далее при работе тройкой точно так же наша задача достигнуть баланса между, прежде всего, в зазвонной группе колоколов и соединить зазвонные и подзвонные колокола и педаль. Когда мы начинаем звонить тройкой, начинаем с одной двойки, как правило, всегда удобнее начинать с более крупной, более тяжелые языки, они всегда как-то увереннее чувствуются в руке. Как вариант для начала звона можно рассмотреть, например, пару наиболее тяжелых зазвонных колоколов и один подзвонный колокол. Обращаю внимание на следующее. Здесь я сознательно не использую ритмические рисунки. На первом этапе мы просто стремимся создать сбалансированную пространственную звуковую картину. Когда у нас звуки всех колоколов равноправны, когда ни один из них не теряется, когда каждый из них имеет место в нашем звуковом или музыкальном пространстве. После того, как этот баланс найден, мы начинаем убирать ненужное. Начинаем максимально убирать то, что можно убрать из звона. И это уже работа над формированием звона. Еще раз создаем звуковой баланс, а дальше обратите внимание, как один за другим начну убирать лишние звуки.
При работе тройкой мы можем рассмотреть также обратный захват, когда у нас средний колокол внизу и два зазвонные сверху. Здесь мы получаем строго аналогичную картину предыдущему случаю, но с точностью наоборот. У нас правая пара колоколов представляет собой двойку, захваченную снизу, левая пара – двойку, захваченную сверху. Можете попробовать, не буду дальше развивать эту тему, у меня она сейчас не получается. Вот. Но когда в свое время я экспериментировал и много звонил, то могу сказать, что звоны, которые получаются обратным захватом тройки, иногда получаются невероятно интересные и совершенно другие, чем при классическом захвате. Поэтому оставляю эту тему на самостоятельную проработку. Здравствуйте, дорогие друзья! Для тех, у кого оснастка колокольня выполнена не на цепях или тросах, а на веревках, я бы хотел показать два узла, которые могут оказаться полезными. Я сам около 10 лет звонил на веревочной оснастке, привык к ней, надо сказать. После этого мне приходилось время от времени бывать на колокольнях с веревочными оснастками. И бросалось в глаза следующее. Люди обычно говорили, что как же неудобно, что веревки, они когда дождь растягиваются, когда солнце, они, соответственно, притягивают языки. Действительно, веревки, они гуляют всегда, в отличие от тросов или цепей. Но мы этот вопрос на своей колокольне в свое время решали с помощью подвижных узлов, которые достаточно просто перед началом звона подвигать, передвинуть язык в нужное положение. Это занимает минимум времени, и можно совершенно спокойно звонить. Поэтому сейчас я покажу два узла, которые могут быть очень полезны на колокольне, если у вас веревочная оснастка. Первый узел достаточно распространенный в разных областях применения, в альпинизме в том числе. Узел мертвый, так называемый узел булин, который имеет жесткую фиксацию и никогда не передвинется при соблюдении определенных условий. Я его завяжу на стойке. По факту этот узел удобен тем, что он завязывается практически одной рукой, и его можно завязать вот и за балку за верхнюю, если вам нужно зацепить, и во всяких разных случаях. Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас свободный конец веревки, а вот этот конец, который у нас будет под, непосредственно под натяжением. Вот этот конец, который будет под натяжением, мы рукой делаем петлю и просовываем в нее, в эту петлю, часть этой веревки. И в образовавшуюся петлю протягиваем хвостик, а дальше затягиваем тот конец, и все, узел у вас зафиксирован. Еще раз показываю. Важно, завязываем узел на той части веревки, которая будет под натяжением. Петельку протягиваем в нее часть веревки и в образовавшуюся петлю просовываем хвостик и затягиваем. Все, вот этот узел у вас будет зафиксирован навсегда. Важно понимать следующее и помнить. Узел будет мертвый при наличии нагрузки на эту часть веревки. И он будет мертвым только для, именно для вот этой части. То есть он, его свойства теряются при попытке потянуть за любой другой конец. То есть свойства этого узла работают только в одну сторону, только на одной части веревки. Вот, имейте это в виду, пожалуйста, и не забывайте. Очень удобен, очень легко завязывается. Я думаю, что это альпинисты придумали, когда вот есть только одна рука свободная,
и ей просто надо вот завязать прочную систему. Вот, давайте еще раз проделаем. Смотрите. Делаем петлю. Хорошо видно в камеру? Делаем петлю. Протягиваем в нее часть веревки, которая под нагрузкой. И в образовавшуюся петельку просовываем хвостик. Все, узел зафиксирован. И второй узел – это узел подвижный, который удобно использовать на оттяжках подзвонных или больших колоколов, которые подводятся к педали. Если до колоколов можно дотянуться на вашей колокольне, то удобнее этот узел завязывать именно вблизи языка колокола, чтобы быстро привести язык к нужному расстоянию. В данном случае мы это будем делать на столбике, но на колокольне, имейте в виду, конечно, он удобнее будет этот узел иметь возле колоколов. Давайте посмотрим, как он завязывается. Протягиваем веревочку через карабин. Назначение карабина – это быть, чтобы придать определенную подвижность. И веревки не так быстро перетираются, если они на карабинах, а не сразу вот в каких-то петлях столбик. Имейте это в виду. Вот. Дальше мы находим место для узла, так, чтобы он мог двигаться как в одну, так и в другую сторону. И желательно иметь некоторой длины вот такой вот хвостик, да, чтобы он не должен быть коротким. Дальше смотрите, что мы с вами делаем. Делаем две петельки. Раз и два. Дальше, смотрите, я перекидываю веревку через вот эту поперечную часть, которая у нас образовалась, и делаю две такие же петли вовнутрь. Раз и два. И вот пропускаю. И вот посмотрите, пожалуйста, у нас получилось. Теперь затягиваю вот эту среднюю часть, хвостик подтягиваю. Очень важно этот узел со всех сторон затянуть и выровнять. То есть у нас должно быть вот такие четыре ровные колечки. И дальше смотрите, что получается. Вот если мы за эту часть тянем, у нас узел искривляется. Вот это у нас получается такой, ну, своего рода вязаный цилиндр на веревочке. И средняя его часть, она фиксирует узел. То есть если мы этот узел затягиваем, чем больше мы затягиваем, тем больше у нас происходит, тем более резкий изгиб веревки. Тот самый, который ее фиксирует. Под натяжением узел фиксированный. Если нам нужно его подвинуть, мы просто снимаем напряжение, либо надо каким-то образом вот так этот цилиндр выправить. А дальше, смотрите, вот эта часть, она у нас ходит совершенно спокойно. У нас веревка протягивается сквозь 4 петли. Вот. Протянули. И если вот мы, нам нужно, например, подтянуть язык на определенное расстояние. Вот я его довожу, вот сейчас он у меня прилип к краю колокола. И немножечко отпускаю узел и дальше затягиваю за эту же веревку и выравниваю за остальные. И вот у нас получилось то, что нужно. Имея такой узел, вы сможете всегда и с достаточной легкостью расположить язык относительно края колокола на нужном расстоянии. Давайте еще раз посмотрим. Оставляем хвостик. Делаем две петли на веревке. Давайте третью сделаем, я думаю, что хуже не будет. Вот, слишком много тоже не надо, потому что оно искривляться начнет. Дальше смотрите, под петлей, под веревочкой здесь просовываю хвостик. И дальше внутрь завязываю первую петлю и вторую. Вот, и
вытягиваю. Такой вот критерий, что у нас вот как бы две веревочки выходят ровно. Соединяю, делаю ровненькие узлы и затягиваю. Просто подтягиваем за все веревочки, которые у нас с вами есть. Вот у нас получился узел. Он легко двигается, да, в ту сторону, которую нужно. Ну, если петли сильно затянуты, то небольшое усилие, но все равно у нас веревку здесь ничто не держит. А вот держит ее именно средняя часть. Перемещаем, притягиваем язык на нужное расстояние и снова затягиваем. Этот узел, вот, замечательно. Этот узел легко вяжется как на сравнительно тонких веревках, так и на достаточно толстых веревочных канатах, которые используются на больших колоколах. Резюмируя то, что мы сейчас сделали, если у вас колокольник с веревочной оснасткой, используйте, пожалуйста, вот эти подвижные узлы. Это избавит вас от хлопот, связанных с изменением длины веревок в зависимости от влажности. Спасибо. Как создается колокольный звон? О чем думает звонарь, когда создает звон? На что опирается? На что мы с вами можем опираться, когда создаем колокольный звон? Готовых рекомендаций к этому нет и никогда не было. Все звоны, которые мы имеем, они описаны, даже если в литературе, больше на уровне впечатлений, иногда очень красочных, очень точных. Но у нас с вами, по сути, нет готовых рецептов. Это важно понимать. Мы располагаем очень небольшим наследием, которое нам с вами досталось от звонарей дореволюционной России. Очень незначительное по объему, но ценность его необычайно высока. Мы слышим и отношение звонарей к колоколам. Мы слышим их отношение к звучанию колоколов. И даже сами по себе звоны, сами по себе какие-то ритмические рисунки звонов, они, в общем-то, второстепенны. То есть наиболее интересным является то, как звонари слушают колокола, что они слышат. Прежде всего, важно понимать, что колоколам нельзя ничего навязать и не нужно пытаться. Колокол можно только раскрыть. То есть практически невозможно повторить один и тот же звон. Невозможно выучить звон и звонить его так, как мы хотим. У нас колокола всегда будут откликаться немножко по-другому. Основной задачей как ученика, так и начинающего звонаря является научиться слышать колокола. Научиться слышать, как они откликаются на прикосновение. Задача следующего уровня – это научиться управлять этим прикосновением. То есть идем от слышания к действию. Мы все с вами знаем, что традиционный русский церковный звон, он ритмический, то есть он не содержит в своей основе мелодических рисунков. Поэтому, когда мы начинаем звонить, когда мы поднимаемся на свою или на незнакомую нам колокольню, первое, что нам с вами необходимо сделать, это услышать то, как откликаются колокола на наше прикосновение, как они звучат сейчас, в данный момент времени. Сделать это можно, используя самые простые ритмические рисунки. Традиционно, и это достаточно обоснованно, церковный звон имеет постоянный темп. Этот темп привязан обычно к большим колоколам. Мы знаем, что звоны Ростова Великого, например, они раскатистые, они привязаны к
периоду движения языка больших колоколов, период качания языка сосуда 42 удара в минуту, это известно. А если у нас колокола небольшие и мы можем сами управлять темпом звона, то наиболее верным ориентиром будет биение нашего сердца. Почему? Потому что сам по себе звук — это достаточно мощный звуковой поток. Это то, что людьми воспринимается на физиологическом уровне, и звонарем в том числе. И любая неравномерность движения звона, например, она может просто вызвать такие достаточно серьезные ощущения внутри сердца. Поэтому об этом важно помнить. Поэтому помним о равномерности звона, о постоянном темпе в звоне. И этот темп в той или иной степени может быть привязан к частоте сердечных биений или к частоте шага, например, как человек двигается. При этом сам характер звона, он может быть и спокойным, он может быть и бурно звучащим, основываясь на одном и том же темпе. Помимо этого, важно вслушиваться в звучание больших колоколов. Когда мы говорили о благовести, мы говорили о том, как интересно вслушиваться в изменение звуковых красок колокола по мере движения благовеста, по мере того, как мы продолжаем звонить благовест. И вот это, назовем так, движение, звучание, дыхание больших колоколов, оно также может для нас с вами служить некой точкой отсчета для выбора темпа. Благозвучные колокола, они, во-первых, всегда содержат вот это биение, вот это движение, и оно всегда будет в некотором умеренном темпе, потому что если вот эти звуковые биения у нас очень сильные, если колокол ва-ва-ва-ва-ва, например, так дрожит, он будет менее благозвучным, чем тот, где вот эти биения, они выражены более спокойные. Я не говорю о верхнеуровневых биениях, которые всегда у нас имеют достаточно быстрый темп, а именно о тех, которые достаточно хорошо прослушиваются. Поэтому ориентируемся вот на эти две составляющие. Это звучание колоколов и частота сердечных биений. Итак, мы берем ровный темп большого колокола на педали. Кратным ритмическим рисунком, ровным, пока никакого разнообразия я целенаправленно не ввожу, встраиваем звучание большого и подзвонных колоколов за звонные колокола. Задача – это ощутить картину звукового пространства, которую колокола создают. То есть важно, чтобы мы сами ее слышали и ощущали. Мы должны понимать, где и какой из колоколов у нас находится, как он откликается на наши действия, как он звучит, какой голос он создает. То есть сначала эту звуковую картину важно стабилизировать, скажем так, да, чтобы мы чувствовали. А дальше мы начинаем ее раскрывать, пока используя простые ритмические рисунки. Когда мы только начинаем с вами заниматься колокольным звоном, у нас в какой-то момент начинается в голове полная каша. Мы выходим, заканчиваем звон оглушенными. Мы уже в процессе звона не знаем, что нам делать, потому что у нас
большая плотная звуковая масса вокруг нас, и мы начинаем судорожно иногда вспоминать ритмические рисунки, которые мы когда-то учили. Один за другим, вот это вспомнил, вот это, ах, еще и вот так я позвоню. При этом мы боимся остановиться, мы должны продолжать вроде бы звон, и судорожно вспоминаем, что же нам еще сделать, и думаем, что нам, как нам еще тут себя вести. У меня этот период продолжался достаточно долго. С этим что-то надо было делать. Один был момент в практике, который меня, в общем-то, подтолкнул к этим размышлениям. В храме, где я звонил, служил у нас один пожилой, очень строгий священник, иеромонах. Он звонами особенно не интересовался. Он очень внимательно всегда проводил службу, очень хорошие проповеди были. И тут был праздник, может быть, Благовещение. И мы звоним после службы, и я помню вот это опять ощущение оглушенности, ощущение вот этой огромной звуковой массы, которая вообще никак уже не ассоциировалась с праздником. То есть это просто, вот я понимаю, что я звоню, и мне самому стало не по себе от того, что, в общем-то, радости у меня нет от этого звона, что я должен звонить, и вроде все делаю правильно, а внутри ничего не остается. Я заканчиваю звон, нас было двое там, мы с товарищем. Оборачиваюсь и вдруг вижу сзади себя отца Александра, который никогда в жизни не поднимался на колокольню. И вот в первый момент у меня было ощущение, что он просто готов порвать в куски. Будучи интеллигентным человеком, он не стал нас разносить, но он сказал: вы помните, что вот после службы, после литургии, вы поднимаетесь на колокольню, вы в себе несете то, что вы приобрели. И очень важно не растерять то, что вы приобрели за время богослужения, за время литургии. И это возымело действие. То есть он хотел сказать, что звон-то пустой у вас. Понимаете, вот этот смысл, в общем-то, слов был, что обратите на это внимание. Понимаете, что он тоже должен быть наполнен. Что делать, было при этом не очень понятно. У меня даже была в жизни не очень продолжительная, но удивительная встреча с игуменом Михеем. Мы с ним о звоне говорили очень мало. Но о звоне я спросил, что, знаете, вот иногда звонишь, и остается радостное чувство. А иногда пустота внутри. Вот. И отец Михей, он не дал какого-то конкретного ответа. Он говорит: ты знаешь, но ведь звонарем быть все равно, что священником. Надо за внутренним миром следить своим. Собственно, это были практически те же слова, которые нам сказал наш приходской священник. Выход я нашел для себя в следующем. Меня совершенно потрясли работы художника Сергея Андреяки. Эти работы, в которых дышит воздух, на которые мы смотрим, и он пишет акварелью, и вот эта удивительная прозрачность, то есть ощущение, что мы смотрим сквозь краски, сквозь бумагу, сквозь, как будто проникаем в это пространство, им созданное. Сквозь акварель должна быть видна бумага. Это одно из правил работы акварельными красками. И я вдруг понял, что мне хочется, чтобы сквозь звон я услышал тишину. Вот когда, если я услышу тишину сквозь собственный звон, то тогда мне будет не тяжело, тогда я смогу им управлять, я смогу слышать такой тишина, как камертон. Знаете, вот может быть такое ощущение. И я стал пробовать. Очень интересно было попробовать с маленькими колоколами. Без больших колоколов, а просто звоним в маленькие колокола, и при этом сквозь их звучание вслушиваемся в окружающую тишину. Кто не пробовал, попробуйте. И я скажу, что это возымело действие на меня очень сильное. Я перестал оглушать сам себя. Я понял, что вслушиваясь в тишину, я могу управлять звучанием колоколов. На фоне нашей негромкой, но звучащей полным голосом звуковой массы, мы можем выделять по очереди подзвонные колокола, либо даже один из них. Возьмем один из подзвонных колоколов и попытаемся услышать его на фоне общего звучания.
набираем звук, сводим к тишине и вслушиваемся в каждый из подзвонных колоколов. Раскачиваем его до максимальной громкости, до максимальной силы звука. А последующие звуки из этого же колокола создаем уже на фоне его же собственного звучания. Либо на фоне звучания другого подзвонного колокола. Давайте я это сделаю без маленьких. Колокол у нас продолжает свое звучание, да, мы его не прекращаем. Когда мы говорили о больших колоколах, о благовестии, мы говорили о том, что наш последующий удар не должен прерывать звучание колокола. Это важно, да, чтобы звук лился непрерывно. И вот то же самое мы можем сказать о звучании, в общем-то, любой группы колоколов. Посмотрим, как это работает на небольшом количестве колоколов. Оставим 2 колокола в правой руке, 2 колокола в левой руке. Возьмем за основу ровные движения подзвонных колоколов поочередные. И вплетем в него в кратном темпе зазвонные колокола. То есть на каждый удар подзвонного колокола у нас будет 4 звука зазвонных колоколов. Опираясь только на этот простой ритмический рисунок, раскроем звучание зазвонных и подзвонных колоколов. После того, как мы вот почувствуем, что у нас где вот здесь один колокол, второй, мы начинаем уже работать с этим звуковым пространством. На первом шаге мы пространство выравниваем, создаем звуковую сбалансированную картину, а дальше сведем ее практически на уровень тишины. Но важно не просто тихо, но чтобы колокола в этой тишине звучали полноценными голосами, чтобы голоса их оставались полными и красивыми. Вспоминаем упражнения, которые мы с вами делали. Не забываем о дыхании и не забываем о том, что наши руки, корпус должны оставаться абсолютно свободными при этом. Thank you.
То есть мы на самом деле, мы с вами пока слушались, у нас уже получился простой, но вполне себе церковный сбор, который может быть использован на будничной службе. Что делать дальше? В музыке есть такое понятие, как средство выразительности. Когда мы хотим сакцентировать внимание, когда разговариваем с кем-то, мы обозначаем этот акцент. Это может быть сделано либо повышением голоса, либо более четким произношением, как делают хорошие лекторы. Можно оттенить небольшой паузой, например, да, акцент. Средств к этому очень много. Если, например, сравнить звучание фортепиано и органа. На фортепиано мы можем сделать звук более сильным, более слабым, просто вот используя его механику, сильнее или слабее нажимая на клавиши. С органом этот момент не проходит. У него как бы ты ни нажимал, одна клавиша будет звучать всегда с одинаковой силой. Ну, при условии, что у нас фиксирован набор регистров, которые мы задействуем. Но при этом исполнитель на органе, он этот акцент сделает не силой звучание, а он сделает его даже иногда незаметной, явно небольшой паузой перед этим звуком. И в этом заключается искусство игры на органе, именно в искусстве работы со временем. То есть то, как мы распределяем вот эти наши временные интервалы. Безусловно, они же могут быть перенесены на фортепиано. От этого игра пианиста станет только более богатой, более искусной. Также мы можем работать и с колокольным звоном. Для того, чтобы использовать средства выразительности, в колокольном звоне должна быть какая-то мысль. То есть мы, значит, должны что-то произнести. Когда мы разговариваем, мы говорим фразами. У фразы любой есть начало, смысловой центр и завершение. Будь это стихотворение, художественное произведение, вот или как сейчас мы с вами говорим, мы произносим мысль, и она каким-то образом развивается, в ней делается акцент. Вот посмотрите, пожалуйста, да. И дальше завершение мысли и ставим точку. После того, как мы фразу произнесли, мы делаем небольшую паузу перед следующей фразой. Иногда встречаются люди, которые говорят без пауз, а просто нанизывая фразы одну на другую, и мы понимаем, что мы устали. И вот звонарь точно так же может утомить слушателя, если он не умеет работать с фразами. Как строить фразы в колокольном звоне? Начинаем с формирования звукового пространства. Это будет всегда у нас при любом звоне. А дальше я постараюсь произнести фразу. Когда я много лет назад вот эти упражнения начинал проделывать, Лена Грандова меня записала на камеру и потом показала нашему учителю Николаю Ивановичу Завьялову. Николай Иванович звонит: ты копируешь Владимира Ивановича Машкова. Я говорю: не может быть, у меня в мыслях не было. Честно сказать, я до конца даже тогда не понял, в чем смысл. А потом уже вслушиваясь в очередной раз, я знал звон Владимира Ивановича Машкова. Стало понятно, что
особенность звона Владимира Ивановича как раз в том, как он выстраивает фразу. В развитии, в акценте, в завершении, в паузах. Пауза является важнейшим элементом выразительности, важнейшим выразительным элементом и музыки, и колокольного звона. Пауза тоже участвует в звучании. И сама по себе пауза, она тоже звучит. Ничто так красиво не звучит в колокольном звоне, как пауза. Только звон не должен прерываться. Пауза не означает прекращение звона. Она должна иметь свое место, и свое место в этом звуковом пространстве. Она придает прозрачность нашему звуковому пространству. И искусство работы с паузами, оно как раз является достаточно высоким пилотажем для мастерства звонаря. Все то, о чем мы сейчас говорим, это сразу и быстро обычно не получается. Если что непонятно, не выходит там, да, не огорчайтесь. Знаете, это иногда несколько лет работы, при том, что понятия достаточно простые. Мне понадобилось 8 лет, чтобы прийти к этому пониманию. И до сих пор я продолжаю для себя делать какие-то открытия, хотя уже прошло больше 20 лет. Так что у всех у нас все впереди, я надеюсь. Давайте попробуем вслушаться в паузу, не используя пока больших колоколов. Начало делаю обычно. Если подложить под это звучание еще и большой колокол, можно делать паузы более явными. Но как мы сейчас с вами слышим, у нас есть момент мгновения тишины, но при этом звон не прерывается, не прерывается мысль. Любая фраза должна иметь логическое завершение. Колокольный звон тоже должен иметь логическое завершение. Очень важно то, как мы с вами звон заканчиваем. В некоторых пособиях приходилось встречать, что звон должен заканчиваться 3 ударами во все колокола или 3 раза по 3. Нет таких правил, это важно понимать. Удары во все колокола очень редко звучат красиво. У нас не подобраны колокола музыкально. Да? Они могут быть даже благозвучные, но найти эти нужные обертоны. Да? Чаще всего удар во все колокола он будет резать слух. И, в общем-то, он далеко не всегда уместен. Но обозначить точку нам с вами обязательно нужно. То есть это можно сделать небольшим замедлением и акцента на окончании фразы. Давайте посмотрим. Концовку оттенили небольшой паузой и так далее. То есть это примеры, да, важно понимать, это не правило, но они всегда будут красивыми. Очень красиво завершает звон Николая Ивановича Завьялова в Сретенском монастыре.
концовка такая ажурная, вливается в звон. Здесь уже вопрос нашего художественного вкуса. Концовка не должна напоминать пришли кобыли хвост. Да, то есть вот, непонятно откуда-то взятое, да, прилепленное к тому, чего не было вообще до этого. Мы с вами посмотрели несколько примеров на самом простом наборе колоколов. 2 и 2. Третий колокол в зазвонных колоколах, он нам даст дополнительную возможность ритмических рисунков и звуковых красок. А педаль создаст фундамент этого звона. То есть все, что мы сейчас с вами делали, мы можем оставить в том же самом виде, подложив под этот большой колокол на педали. Один или несколько. Педалью звон, конечно, будет более торжественным, потому что присутствует вот эта торжественная остинатность музыки, называют это, да, непрерывное такое движение. И попробуем сделать то же самое с тремя зазвонными колоколами. Спасибо. До нас дошли четыре традиции колокольного звона, о которых мы можем говорить, что либо сами звонари, либо их предшественники получили эти звоны от звонарей дореволюционных. Самым древним традиционным звоном является звон Псково-Печерского монастыря. Далее идут звоны Ростова Великого. И уже как звоны 20 века, это звон Владимира Ивановича Машкова, который часто называют звоном Новодевичьего монастыря, как место последнего и очень продолжительного служения Владимира Ивановича Машкова. И звон Троицы Сергиевой Лавры, когда мы о нем говорим, то подразумеваем прежде всего звон игумена Михея. Хотя современные звонари, они, опираясь на звон игумена Михея, привнесли в него собственное художественное чутье, собственные краски и очень интересные темпро-ритмические элементы. В современных школах колокольного звона существует две крайности. Либо эти исторические или традиционные звоны не рассматриваются вообще, то есть
нет такой практики, либо на них сосредотачиваются буквально с первых занятий. Ученики копируют эти звоны, не научившись, в общем-то, не понимая их смысла, источника этих звонов, почему они стали именно такими. На мой взгляд, оптимальным является обязательное знакомство с историческими звонами на этапе обучения, но для того, чтобы их исполнять, все-таки должно пройти какое-то время, пока мы начнем вообще понимать, что к чему, пока мы научимся слышать колокола. Эти звоны важно вместить и пережить. Мне бы хотелось сформулировать несколько мыслей о особенностях каждого из этих звонов. Как мы знаем, звоны Ростова Великого оказались едва ли не единственными звонами, зафиксированными нотным письмом еще в XIX веке отцом Аристархом Израиля. Иногда приходится слышать, как совсем молодые звонари, которые только-только закончили обучение или только недавно выпустились из колокольных школ, они говорят, что вот мы звоним ростовский звон. И они подходят к колоколам и на колоколах пытаются воспроизвести ноты отца Аристарха Израиля. Вот. Выглядит это примерно так. Важно понимать, что ноты отца Аристарха – это еще не ростовский звон. И пока мы не поняли чудо звучания колоколов Ростова Великого, пока мы не вслушались в прикосновение к этим колоколам старых ростовских звонарей, чьи записи мы имеем и видео, и на пластинках, о том, чтобы воспроизвести этот звон, не может быть речи. Да, можно повторить ноты, но чудо ростовского звона, оно не в нотах, оно в звучании колоколов, оно в прикосновении. Оно в дыхании этих колоколов. Приходится сейчас встречать иногда мнение, что старые звонари не забыли и не знали вообще, не умели звонить. Иногда очень уважаемые люди такие мысли произносят, к сожалению. Здесь достаточно просто вслушаться в эту звуковую ткань. Вслушаться в то, как они касаются, как колокола начинают свое звучание, прикосновение в невероятно прозрачную звуковую картину, которая получалась у старых ростовских звонарей. Например, в записи есть красный звон, который начинается с невероятной красоты трели. Она не просто ровная, она невероятно красочная. Как звонарь набирает звук, как вот наполняется пространство этим звуком, как он уводит звук на вот не в тишину, как мы с вами делали, а вот на как он работает с этим, чувствует и слышит это звучание. Трель красоты совершенно невероятной и, в общем-то, достаточно просто попытаться ее повторить. Станет понятным после этого уровень мастерства звонаря. Иногда приходится слышать, что, например, воспроизвести ростовский звон можно только на больших колоколах. Ну, в общем-то, да, особенность ростовской звонницы – это наличие больших колоколов. Но если мы научимся слышать дыхание колоколов, если у нас появится ощущение вот этого пространственного звучания, в общем-то, можно попытаться воспроизвести и на совсем небольших колоколах. Thank you.
очень важно суметь как бы пустить звук в пространство, чтобы он не остался здесь, возле тебя, да, а вот слышать, как звук разлетается. Ощущение, как вы посылаете звук, как он расходится в пространстве, тогда можно говорить о ростовских звонах. Поскольку звоны записаны, эти звоны можно детально разобрать. Какую роль играет каждый из колоколов ростовской звонницы. Здесь я хочу принести слова благодарности Наталье Стефановне Коровской. На мастер-классах в Ярославле в 2003-2004 годах она первая предложила, посадив нас в аудитории, записав звон, назначив и разбив учеников по группам, каждая из групп отвечала за либо за какой-то конкретный колокол, либо за группу колоколов. Например, большие колокола, мы знаем, все ударяют одинаково с Исойполь и Лейный Лебедь. Вот, поэтому за них может, значит, за все три отвечать один, два даже, да, участника. И распределив колокола по группам учеников, можно этот звон пропеть все вместе. То есть послушать, как звучат отдельно большие колокола, как звучат зазвонные колокола, как звучат безымянные колокола, в которых содержится именно вот ядро ритмического рисунка. Таким образом познакомить и дать представление о звонах. Не просто послушать, да, постараться их пропеть, поскольку они не сложны ритмически и большого труда это не составит. Безымянные колокола. Не спим, большие. Баран, голодай, пожалуйста, ярче. Звонов посвящали одно занятие, то есть разбирали ионинский звон, акимовский и егорьевский. Говорить об исполнении этих звонов можно после того, как придет ощущение звучания, когда мы поймем чудо того, как прикасались к колоколам старые ростовские звонари. Еще одна из форм создания звона – это форма вариационная.
Форма эта достаточно распространена в музыке, особенно, наверное, в музыке классического периода, венских классиков. Невероятным мастером вариаций был Людвиг ван Бетховен, который буквально из ничего создавал чудо. Например, у него одно из последних произведений, вариации на вальс Диабелли, примитивную простую мелодию, он написал 33 вариации, длящиеся около часа. Масштаб этой музыки простирается, в общем-то, от земли до неба. То есть он, сколько можно в эту музыку вместить, сложно себе представить. И в колокольном звоне вариационная форма тоже уместна. Мы можем взять ростовский звон, например, да, рисунок одного из ростовских звонов, и на его основе построить вариации. То есть мы сохраняем размер, сохраняем внутри себя звучание первоисточника, видоизменяя ритмические рисунки, вводя какие-то новые тембровые краски, но сохраняя как бы вот основной костяк этого звука. Давайте я попробую показать это на примере самого древнего ионинского звона. О звоне Владимира Ивановича Машкова я, в общем-то, сказал, когда мы говорили о средствах выразительности, о фразах. Основная особенность звона Владимира Ивановича – это удивительно выстроенные фразы. Звон его не имеет четкого размера. Это, кстати, тоже важно понимать. У нас есть четкий размер, например, у ростовских звонов, а вот у Владимира Ивановича четкой размерности нет. У нас размер может меняться. Наподобие, кстати, как он менялся в древнерусском распеве. Там тоже нет четкого деления на такты. При этом звон имеет постоянный темп, и он очень выразительный. Переплетение зазвонных, подзвонных колоколов в этом звоне, оно, конечно, вот его важно ощутить. Понимаете, ощутить вот эти фразы, ощутить переход мысли зазвонных на подзвонные колокола. Тогда этот звон заиграет всеми красками практически на любой колокольне. Thank you.
Колоколам невозможно ничего навязать. Колокола можно только раскрыть в их звуке. Поэтому даже если мы хотим звонить звон Владимира Ивановича Машкова, например, важно исходить прежде всего от того, как откликаются колокола. Не пытаться навязать им готовый ритмический рисунок, а понять, почувствовать их отклик, и исходя из этого, может быть, даже некоторым образом видоизменить исходный звон, но так, чтобы он органично вплелся в тот колокольный набор, который у нас с вами есть. И это касается любого из исторических звонов. Звоны Псково-Печерского монастыря. Как мы знаем, звон этот создается группой звонарей от 4 человек. 2 звонаря работают очепными колоколами, чутко вслушиваясь в их звучание, отчего у нас получается такое льющееся движение больших колоколов, что характерно именно для звона Псково-Печерского монастыря. Ни в одном традиционном звоне больше такого элемента нет и не используются очепные колокола сейчас. То есть, когда звучание одного колокола вливается в звучание другого, подхватывается и наоборот. Второй звонарь, он, работая на колоколах, называемые переборы, аналог наших подзвонных колоколов, вливает это звучание в большие колокола. И основной ритмический рисунок создается псково-печерским аналогом зазвонных колоколов, называемых тиньки, которые звонарь держит по 2 в каждой руке. Некоторым большим мастерам удается собрать это воедино и исполнять в одиночку звон Псково-Печерского монастыря, например, Владимир Евгеньевич Дегтярев. Но думаю, что этот звон как раз интересен тем, что у каждого из звонарей есть своя зона ответственности. И они могут в пределах того, что у них находится в руках, вносить определенные свои звуковые краски, вносить определенные элементы выразительности. Поэтому этот звон очень интересно как раз звонить вместе, вдвоем, втроем, вчетвером, впятером даже. Есть еще группа колоколов «Бурлаки», у которых очень простой этнический рисунок. Он не слышен явно, да, но он вливается в эту общую звуковую картину. И вот это все вместе, когда несколько человек собирают, то получается очень интересный результат. Очень интересно и звонить, и участвовать в этом звоне. Я покажу на примере, как мы этот звон звонили в Каменске-Уральске. Thank you.
процессе наших бесед о технической части колокольного звона мы говорили о том, как важно освободить корпус, плечо, кисть. Мы почти ничего не говорили о локтевых суставах. Скажем для этого несколько слов. Первая задача локтевого сустава – не быть зажатым. Ни в каких случаях. Ни когда мы делаем упражнения, даже если мы не работаем. Ни когда мы звоним кистью. И когда плечо откликается на движение кисти. Работать локтем имеет смысл, когда мы хотим ввести некоторую рельефность в зазвонные колокола. То есть можно звонить просто красивую трель, но она будет нерельефная. Она будет просто та-ра-ди-ра-да-ра-ди-ра-дам, ровненькая. Рельефная трель, она будет, скажем так, ввести некую выразительность этой трели. То есть она остается абсолютно ровной по времени, но такой более выпуклой. И вот здесь можно работать локтем. Делать это тоже аккуратно. Вот. Но вот именно небольшие движения локтя, они будут давать вот эти необходимые звуковые и даже ритмические краски. Вот у нас просто ровная трель. А теперь попробуем этой трелью что-то нарисовать. Остается в кисти, основной движущий элемент трели тоже остается кисть. Ни в коем случае не нужно пытаться сделать трель на локте. Он ничего не даст, потому что мы тем самым только будем, что называется, работать мышцей на языках, и мы сразу потеряем чувствительность. Вот это, когда язычок должен отходить от колокола, сами себя будем заглушать. Если сейчас довольно много записей, и видно всегда, если звонок работает локтем, он гремит, он просто колокола начинает вот лязгать, начинаются вот эти... То есть мы теряем ощущение контакта в этом случае. А ввести некоторую прорисовку в трель как раз можно, используя локоть. В общем-то, основная задача локтя не быть зажатым. В зазвонных колоколах мы говорили о звоне двойкой, тройкой. Скажем несколько слов о четверке. Почему несколько слов, я скажу чуть позже. Когда мы держим в правой руке четыре колокола, то самый простой вариант работы четверкой, четырьмя колоколами, это превратить ее в двойку. То есть взять четыре колокола и звонить четырьмя колоколами так, как мы звонили бы двойкой. Связываем четыре колокола. Я использую простой узел. Вот. Есть разные варианты завязки этого узла. При завязывании узла важно то, чтобы после того, как мы возьмем в руку колокола, все язычки, язычки всех четырех колоколов притягивались бы одновременно. Брать четверку можно по-разному. Тут нет жестких правил, но наиболее
удобным будет тот хват, когда колокола правые и левые друг друга относительно уравновешивают. Здесь у нас крайний правый колокол, он приблизительно по весу равен со средним. Это не является правилом, может быть по-разному, можно пробовать разные варианты. Наиболее классический вариант — это когда зазвонные колокола справа налево уменьшаются по своему весу. Вот, здесь просто когда-то у нас висел совсем маленький колокольчик, потом его заменили на колокольчик побольше. Я попрошу чуть-чуть поближе сделать, приблизить картинку нашего оператора. Наиболее типовым захватом четверки является, когда мы берем колокола через один. То есть первый, третий сверху, второй, четвертый колокол снизу. Либо наоборот. Это зависит от веса колоколов. Можно пробовать разные варианты на разных оснастках. Это может по-разному ощущаться в руке. Значит, это первый вариант. Другой вариант. Взять колокол, берем наоборот. Третий вариант. Средние колокола взять сверху. И так далее. То есть вариантов этих достаточно много. Можно экспериментировать и... В зависимости от захвата будет разное звучание, могут получиться разные звоны. Я возьму таким типовым захватом, и после того, как мы завязали узел, убедиться, что языки всех четырех колоколов мы подводим одновременно. То есть ни один колокольчик мы за собой не тянем, и ни один язык у нас не остается болтаться. Притянули, отпустили, вот, ощутили. Иногда бывает, что, например, надо звонить, некогда перевязывать. Тогда можно перехватить, например, веревки через палец. То есть такие тоже есть варианты. Здесь уже надо смотреть, ориентироваться по ситуации. Но очень важно, чтобы рука была ровна и чтобы язычки подходили к краям. Если мы только что с вами завязали узел, то он еще недостаточно затянутый, например. И если мы видим, что какой-то из колоколов, например, притягивается, то я просто эту веревочку потяну, то есть я ее немножко удлиню. И она, видите, она перестала, все, колокол перестал притягиваться. Самый простой вариант — это работа четверкой как два... Два снизу, два сверху колокола. Два колокола сверху, два колокола снизу. Но если бы все на этом заканчивалось, было бы не так интересно. То есть смысл четырех колоколов у нас как раз в том, что работа с ними подразумевает гораздо больше интересных технических моментов. Такого рода захват и такая техника – это лишь первая ступень к работе четырьмя колоколами. Наиболее развита работа четверкой в Троице Сергиевой Лавре. Если кому-то приходилось бывать, или даже если кто-то видел эти звоны в записи, достаточно много записей есть, как звонит игумен Антоний, очень немного, как звонил его учитель игумен Михей. Слышим и видим, что четверка, конечно, используется не как 2 и 2 колокола, а спектр ее возможностей совершенно, практически бескрайний. Очень сложные ритмические картины, замысловатые, невероятно красивые. Ритм используется часто синкопированный, то есть когда мы на слабую долю акцентируем звучание, на слабой доле, вот отчего характер его такой получается, как горный поток, который вот этот рельеф
этого ритмического рисунка, он совершенно непредсказуемый. Но важно понимать, что синкопа – это еще не звон троицы Сергиевой лавры. Поэтому важно слушать эти звоны вместе с учениками. Важно разобрать их изнутри, как они устроены. Попытаться понять, как мыслил звонарь. Я не говорю о постижении духовного мира именно Михея. Да? То, что в общем-то, об этом можно только говорить, делиться впечатлением, вот, но понимать, что не только музыкальность отца Михея создала этот звон, а его невероятный духовный опыт. Да, он 50 лет провел в Троице Сергиевой лавре. Поэтому об этом нужно говорить, мыслить, слушать, разбирать. Я очень надеюсь, что сейчас вот в Троице Сергиевой лавре там собрался очень хороший кружок молодых, не очень молодых ребят, но вот те, кто искренне любит звоны, кто приходит, кто звонит, учится. И я очень думаю, что все-таки эту часть когда-нибудь они расскажут. В заключение наших бесед мне бы хотелось сказать несколько слов о преподавании. Рано или поздно некоторые из нас становятся преподавателями, начинают делиться опытом с учениками. Происходить это может в самых разных условиях. Наиболее удачно, если ученик придет к вам на колокольню. Вместе с вами будет участвовать в богослужении и в богослужебных звонах. Здесь важно ничего не торопить. Для того, чтобы научиться слышать колокола, понять, что же происходит с этим звучанием, нужно время. И время это может быть достаточно большим, это не месяц, это счет на годы. Даже для людей с опытом профессиональных музыкантов или просто имеющих хороший слух. Многие очень говорят, вот у меня абсолютный слух, или вот у него абсолютный слух, он там все поймет. Уверяю вас, что нет понятия более относительного, чем абсолютный слух, это во-первых. А во-вторых, сам по себе он мало о чем говорит, потому что научиться слышать тембры, сочетания голосов имеет мало отношения к абсолютному слуху. Об этом мы с вами говорили на первых беседах. Ученику можно дать один из небольших колоколов и попросить его участвовать трезвоние, помогая вам в слабую долю, например, с большим колоколом. Пусть он месяц-два помогает. Вот. Дальше можно поручить благовествие. На протяжении этого времени у него будет формироваться слуховой аппарат. Он более-менее начнет понимать, что происходит вокруг. И дальше можно уже потихонечку как-то вводить его в остальные технические элементы. Часто говорят, что для того, чтобы что-то хорошо усвоить самому, надо как можно раньше начать преподавать. На самом деле, слова мудрые. Но преподавание, как мы знаем, требует большой ответственности. Иногда бывает, что мы начинаем преподавать, имея совсем небольшой собственный опыт. В этом случае важно ничего не придумывать. С учениками нужно делиться прежде всего тем, что пережил сам. Все равно мы какие-то действия совершили, какие-то шаги уже сами сделали. Если мы повторяем какие-то слова непосредственно за нашими преподавателями, важно их повторять осмысленно. Мы это можем делать, но они должны исходить как будто бы от нас.
использовать готовые формулировки в том, как должны звучать колокола. Но это должна быть наша формулировка. Мы ее должны уяснить для себя. Важно не бояться ситуации, когда ты сам чего-то не знаешь. Это совершенно нормально для любого возраста и для преподавателя любого уровня. У меня был очень показательный пример. После окончания института меня пригласили преподавать на кафедру технической электродинамики антенн в Институте связи. Это был непродолжительный период в моей жизни, но очень яркий и запоминающийся. Мне очень нравился мой предмет. Я увидел в нем почти художественную красоту и продолжаю видеть в настоящее время. Был очень трогательный момент. Одна девочка-студентка, третьекурсница, задала мне вопрос, но буквально вот он на уровне азбучных истин касался там структуры электромагнитного поля в волноводе. И вот одна ко мне подходит: вы знаете, Василий Викторович, вот момент мне не до конца понятен. Смотрите, я начинаю, и вот я там противоречие. Я говорю: да что ты, давай. И она мне рассказывает, я продолжаю мысль, пытаюсь продолжить мысль, на которой она потерялась, и тут понимаю, что действительно я уперся в противоречие между законами физики. Я говорю: знаете, дайте мне до завтра. Чуть-чуть. И девушка, конечно, у нее совершенно не было цели как-то меня там дискредитировать. Пошел я к своему научному руководителю, это был очень крупный ученый Густав Арсентьевич Ерохин. Те, кто в России когда-то соприкасался с антенной техникой, знают это имя и по учебникам, и по многим, многочисленным научным работам. И профессор говорит: знаете, а я сейчас вам не могу сказать, зайдите ко мне завтра. Он не стал выкручиваться, да, и как сейчас вот часто у нас принято. Зайдите завтра, я не могу так сразу. Вот, я повторю, что вопрос касался это, в общем-то, элементарных понятий. Я прихожу к нему на следующее утро, и он честно говорит: я сходил к Александру Дмитриевичу, вот был признанный специалист в области электродинамики. И смотрите, там все кажется, вот. Просто нужно было чуть-чуть продвинуться и, значит, увидеть вот эту картину с другого ракурса. Вопрос решался абсолютно элементарно. Я был удивлен, что, оказывается-то, я картину не понимал. То есть мне казалось, что я ее вижу, что я понимаю, что происходит, но, оказывается, я ее видел совершенно не так, какой она была. И я говорю: так я, оказывается, вообще ничего не понимал. На что профессор мне сказал: Вася, знаете, вы эти слова мне произнесете еще раз 5. На эту вот тему, и только потом у вас начнет складываться какое-то представление о том, что же там есть на самом деле. Я был абсолютно счастлив. То есть он меня научил тогда не бояться вопросов и не бояться того, что я что-то не знаю. То есть если оказывается, что мы чего-то не знаем или не понимаем, то в большинстве случаев это для нас выход на новый уровень понимания. Поэтому при работе с учениками очень важно это помнить и не бояться таких ситуаций. Если мы что-то им не можем показать или не можем ответить на их вопрос, или объяснить, как и что происходит, можно иногда подумать вместе. Если мы начали преподавать, то для нас открывается обширное поле для собственного роста. Каждый урок, который мы проводим с учениками, он должен стать уроком и для нас самих, вне зависимости, говорим мы о теоретических вещах или показываем что-то на практике. Думаю, что у меня все, дорогие друзья. Спасибо вам большое за внимание в этот цикл из 2 десятков бесед о колокольном звоне. Я поставил себе задачу рассказать о технической стороне колокольного звона, а также о том понимании и отношении и подходе к колокольному звону, к обучению колокольного звона, который сформировался у меня на протяжении 20 с лишним лет. Искренне благодарю своих учителей, к счастью, все живы: Игорь Васильевич Коновалов, Николай Иванович Завьялов, Максим Олегович Миронов, Валерий Михайлович Гаранин, Александр Владимирович Михайлов, Владимир Евгеньевич Дегтярев, Наталья Стефановна Коровская,
Эти люди, которые невероятно щедро делились своим опытом с нами, молодыми звонарями, когда мы только начинали обучение, начинали вот свой путь в этот мир. Наверное, особенностью звонарей нашего поколения, и я знаю, что звонари до нас об этом, они сами часто говорят, что мы не тянулись к веревкам, мы не стремились начать звонить. Если с нами рядом был мастер, мы стремились больше услышать мастера, услышать его слова. Поэтому в качестве пожелания тем, кто только начинает свой путь, еще есть кого послушать. В колокольном звоне важно идти от слуха к действию. Не пытаться навязать колоколам мысль или ритмические рисунки, а важно их услышать и только после этого понять, что можно сделать с этим колокольным набором, как можно выстроить его звучание. Спасибо Ксении за помощь в видеосъемке. В одиночку это было бы сделать почти невозможно. Очень мне помог на первых шагах мой сын Сергей в записи звука. Искренне благодарю настоятеля храма Малое Вознесение, протоиерея Александра Задорнова и предыдущего настоятеля, протоиерея Алексея Круглика. Низкий поклон Александру Владимировичу Володину, без участия которого, наверное, ни организация класса, ни проведение занятий были бы невозможны. Спасибо, Александр Владимирович, спасибо, дорогие друзья, спасибо за внимание. Желаю удачи!